Обычная жизнь города. Прохожие, маршрутные такси. Казалось бы, ничего необычного. А теперь представьте, что кто-то по щелчку пальцев выключил весь звук. На Земле около 400 миллионов человек страдают глухотой. Правда, глухота – это общее название. Ее степень определяется количеством воспринимаемых децибелов. И только 3% людей с нарушением слуха не слышат совсем ничего. Я глухая. На 85%. Иногда бывает слышу не то, что вы, это как море. Приятно, наверное, всегда слышать море. Приятно? Приятно слышать, как дверь хлопает, а то всегда море, море. Скучно. Когда мы говорим о картине мира глухого человека, то прежде всего имеем в виду компенсаторные возможности психики. Как у любого другого человека с нарушенным зрением, с нарушенным там какими-то другими проблемами, у глухого человека другие органы чувств берут на себя те функции, которые не выполняет слух. Несмотря на то, что люди с нарушением слуха в силу своей физиологии не могут самостоятельно освоить речь, они могут прекрасно общаться с помощью жестового языка. Благодаря зрительным ощущениям глухой ребенок может формировать навыки речи, и прежде всего, благодаря зрительным ощущениям, он видит, как произносит другой человек те или иные слова и запоминает вот эти артикуляционные образы. Поэтому глухой человек может читать по губам. В этой квартире живет несколько семей глухих. Получается своего рода коммуналка. Таких квартир в этом подъезде 7. У импровизированного общежития есть даже свой комендант. Екатерина Черниенко работает здесь уже 40 лет. Кроме основной работы, выполняет функции сурдопереводчика. Без ее помощи людям с нарушением слуха порой никак не обойтись. Нам нужен переводчик, когда нужно пойти к врачу на работу в ЖЭК. Бывает, что можно справиться с помощью записок, но редко удается. Когда переводчик объясняет все понятно, а когда врач нет. Слова сложные, нам трудно понять, поэтому сейчас требуют, чтобы мы приходили с переводчиком. Как говорит сама переводчица, русский жестовый язык дался ей не сразу. Пришлось много уделять внимания обучению. Начинается обучение с алфавита, буквы. Вначале учим. А, Б, В, алфавит учим. Цифры. Пока 1, 2, 3, 22. До 10, до 10 так, да? А дальше уже 11, 12, 13. Я просто в процессе работы уже познавать начал эту жестовую речь. А так сразу. Сразу тяжело ее познать, если ты вообще, вот как вы, не имеете представления, а кто уже общался-то, а некоторые ездят на курсы. Если ты не общаешься вживую с ними, те курсы тебе мало что дадут. Именно подхватываешь у них эти жесты. У меня уже руки сами так и ходят. Екатерина рассказывает, что самое приятное в работе – переводить глухому хорошие вести и поздравления. И самое сложное, когда нужно перевести что-то неприятное. В целом, по ее словам, работу никак нельзя назвать легкой. Когда им хорошо, тогда они нравятся человеку. Когда чуть не так, обманывают. Понимаете, они не слышат сами. И им всегда кажется, что им что-то не договаривают. Не доносят полностью информацию, а только что удобно, то им доносят. Люди с нарушением слуха особенные. Пускай внешне ничем не отличаются, живут в своем мире. Можно даже сказать, что есть некая страна глухих, где русский, армянин, болгарин, немец поймут друг друга. Ко многому им приходится приспосабливаться. К примеру, когда кто-то звонит в дверь, во всех комнатах начинают мигать лампочки. Но все же живут они полной жизнью и даже могут петь по-своему. Я знаю точно, невозможное возможно. Сойти с ума, влюбиться так неосторожно. Найти тебя, не отпускать ни днем, ни ночью. Что невозможно, невозможно, знаю точно. Общество, конечно, как-то изолирует этих людей. Они не включены в целом в социальный процесс. И поэтому они немножко стоят особняком. Глухонемые люди, у них есть свои сообщества, не виноваты в том, что так в их жизни произошла такая ситуация, что человек не слышит. К сожалению, такое может быть.